тему. Давай. Крокмас. Сегодня какое? 13-е? Граница Молдавии. Туман. Чуть-чуть туда, отойди в сторону. А, ну давай, сейчас попробуем. Туман еще, порядка 10 часов утра. Вот. Забросик. Сейчас смотрим, смотрим, да. Обещал, что будет окунь. Давление. 25, да. О, удар, удар, удар. Алексей, удар. Ты чемпион. Небольшая, но... Ничего, ты что, чемпион. Сейчас, а ну еще раз, вдруг это случайность, да, была. Это была случайность. Вдруг это случайность. А ну сейчас, сейчас попробуем. Сейчас попробуем, давай. Снимаем. А ну давай, да. Это на виброхвост? А ну. Не спеши, не спеши. И все, не подведи нас. Еще уже. О! Молодчок! Сорвал, сорвал, да, был, был. 100%. 100%. А, ты хвостик. 100%, да. А ну, третий раз и сейчас буду я ловить уже. Только у меня сейчас как разойдутся стая, сейчас разойдется, блядь. Я еще не словлю, блядь. Опа. Перебросил. Ну, сейчас. А ты не обязательно, можешь и туда попробовать. 100%. Блять, такой удар был. Или тоже. Оп, но! Оп, третий. Оп. Все, Алексей, ты чемпион, блядь. Это уже третий раз. Третий раз подряд. Не считая, что срыв еще был. Ну так. Но это небольшой. Это петушок. Это петушок. Это небольшой. Выпускай его. Как обычно рыбаки делают. Да. Семочку и. Молодчай, видишь? Вова тянется, посмотри.